В диком мире постоянно идет борьба на выживание. Хищники, чтобы выжить, охотятся на других животных. Травоядные быстро бегают и хорошо прячутся, чтобы избежать встречи с плотоядными. Все животные уникальны, и у каждого есть свое оружие, которое помогает выжить в этом жестоком мире. Наиболее распространенное оружие у хищников – это большие зубы с сильной челюстью и мощные когти. Тигр – самый крупный хищник из больших кошек, и у него самые длинные клыки, которые могут доходить до 7 см в длину. Они помогают тигру расправляться с добычей, которая порой бывает больше него самого, а большой череп увеличивает силу укуса. Основной рацион тигров составляют копытные и крупные травоядные. Тигры едят свиней, тапиров, косуль, лосей и многочисленных видов оленей. Когти у тигра тоже очень грозное оружие, но все же одни из самых страшных и мощных когтей принадлежат медведю. Они могут вырастать более 10 см в длину. Когти медведя – универсальный инструмент, которым звери роют берлогу, раскапывают норы сурков и сусликов, переворачивает неподъемные для человека камни, ломает деревья и ловит рыбу. Удар лапой с таким оружием легко отправит на тот свет кого угодно. Нельзя не упомянуть такого хищника с огромными когтями, как росомаха. Длина туловища этого животного достигает 90 см, при массе тела – от 10 до 30 кг. Стопы росомахи непропорционально большие – 10 см в длину и 9 в ширину. Такая особенность позволяет животному перемещаться не проваливаясь по высоким и рыхлым сугробам. Когти у зверя мощные, длиной более 5 см. Будучи прекрасным охотником, росомаха устраивает засаду и караулит жертву. Нападение этого хищника носит внезапный характер, и благодаря острым зубам и когтям мало кто из ее жертв остается в живых. Есть такой зверь – муравьед. Он не охотится на крупных зверей, а питается только муравьями и термитами. Но у этого животного имеются острые и длинные когти, которые являются одними из самых длинных по сравнению с размером животного. И бывает их длина превышает 10 см. А сам муравьед достигает длины 2 метров, причем половина приходится на хвост. Такое оружие нужно для обороны, ведь на муравьеда охотятся такие хищники, как ягуары и пантеры, и с помощью когтей он может дать им достойный отпор. Также когти помогают животному добывать пропитание и разрушать большие муравейники. Если рассматривать птиц, то самые страшные когти имеет южноамериканская гарпия. Она является крупнейшим и наиболее мощным хищником, обитающим на территории Северной и Южной Америки. Ее когти напоминают остро наточенные кинжалы длиной 13 см. Такое средство нападения дает возможность охотиться и на крупных животных, таких как опоссумы и ленивцы. Большие птицы также становятся ее добычей – попугаи Ара и туканы. Если гарпия нападет на человека, а такое возможно, то своими когтями она может нанести серьезные увечья. Зрение у гарпии превосходное, она может различить монетку на расстоянии 200 метров. В дикой природе взрослые особи могут весить до 10 кг. Длина достигает 105 см. Размах крыльев – около 230 см. Есть животные, которые не являются хищником, но при этом имеют огромные и страшные зубы. Это бабируса – вид млекопитающих из семейства свиней. Слово «бабируса» – малайское. Оно означает «свинья-олень». Бабирусы обладают чрезвычайно странным оружием, с помощью которого они совершают акты агрессии. Эти животные не только обладают массивными нижними клыками, которые завернуты на верхнюю челюсть, но еще и верхними клыками, которые тоже загнуты в обратном направлении, в паре с нижними, и направлены вверх и назад по направлению к голове. Самцы режут друг друга своими клыками во время территориальных споров в брачный сезон. Направленность клыков вверх позволяет им быть эффективными в бою, но если бабирусе не удается спилить их, они могут прорасти в череп животного со смертельным исходом. Другое оружие присуще большинству травоядных – это рога. Имея большую массу тела и мощные рога, можно дать отпор таким грозным хищникам, как львам и тиграм. Например, у буйволов рога достигают 1,5 метра в размахе, и они не прямые, а изогнутые. В области лба рога срастаются и образуют очень толстый и крепкий щит. На голове буйволов расположены небольшие, но широкие уши, которые из-за массивных рогов всегда опущены вниз.
Благодаря наличию такого оружия, буйволы являются очень опасными животными, которые могут нападать и на человека, а в ярости они могут поднять на рога и льва. А самые большие рога имеют быки ватуси. Их длина от одного кончика до другого может достигать 2,5 метров. Эти рога удивительны не только своей длиной, но и способностью к терморегуляции. Они пронизаны множеством кровеносных сосудов, в которых кровь в жаркую погоду охлаждается потоками воздуха, после чего она снова попадает в основную кровеносную систему, понижая температуру тела. Ватуси очень неприхотливы в еде. Благодаря особому строению пищеварительной системы, они способны поедать даже очень грубую и скудную на питательные вещества пищу. С древних времен быки и коровы породы ватуси считались священными. Их почти никогда не использовали в качестве источника мяса, поскольку богатство их владельцев определялось количеством именно живого скота. Другое животное с мощными рогами – это носорог. В зависимости от вида, у носорога на носу может расти как один, так и целых 2 рога, причем второй рог, расположенный ближе к голове, меньших размеров. Рога носорогов состоят из белка кератина. К слову, из этого же белка состоят волосы и ногти человека. Обладателем самого длинного рога является белый носорог. У него он достигает 158 сантиметров в длину. Носороги – очень агрессивные животные и могут нападать на любого, даже на таких, кто превосходит их в размерах. Если носорог чувствует опасность, он, скорее всего, ринется атаковать первым, поэтому для человека это животное очень опасно. Причем опаснее всего самка с детенышем. Она будет очень агрессивной именно потому, что всеми силами будет защищать своего малыша. Следующий вид оружия животных – это яд. Ядом обладают довольно много видов – змеи, пауки, скорпионы, муравьи, лягушки и многие другие. Яд может доставляться в организм жертвы разными способами, например, через укус. Так атакует самая ядовитая змея в мире – тайпан. Агрессивные манеры поведения делают эту змею еще опаснее. При виде человека она поднимает голову, пару секунд покачивается и бросается в атаку, нанося несколько укусов подряд. Смерть может наступить в течение 5 часов. Яд тайпана превосходит яд кобры в 150 раз. Обитает эта змея на северном и северо-восточном побережье Австралии и юго-востоке Новой Гвинеи. Встречается как в воде, так и на суше. Охотится на лягушек и мелких грызунов, что часто приводит ее к домам фермеров. А вот скорпионы не кусают своих врагов, а жалят. Самым ядовитым скорпионом на планете считается желтый скорпион. Его яд содержит сильную смесь нейротоксинов, которые могут вызвать интенсивную и невыносимую боль, что в дальнейшем приводит к лихорадке, коме, судорогам, параличу и смерти. Оружие этого членостоногого – его хвост. Именно на нем находится ядовитая игла. Самым ядовитым пауком является бразильский блуждающий паук. Эти пауки опасны не только своим ядом, но и своим поведением. Они не сидят на месте и не вьют паутину, они странствуют по земле, прячутся в зданиях, одежде, ботинках, автомобилях, где угодно, что существенно увеличивает риск неожиданно встретить их и быть укушенным. Его яд оказывает нервно-токсическое воздействие на организм. Укус невероятно болезненный и приводит к отказу мышц, легких и сердца, а смерть наступает от удушья. Оружие, которым обладают абсолютно все живые существа, это их ноги. Но далеко не все ими пользуются в качестве оружия. Копытные могут очень больно лягнуть, да так, что у хищника, который на них напал, отпадет все желание атаковать дальше. Например, лошади не имеют никакого оружия, кроме своих крепких ног. Но и ими они могут так ударить, что человек или другое животное отправится в нокаут. К тому же, такие животные могут топтать своих врагов, если те не слишком большие в размерах. Также поступают и слоны. Они могут атаковать как своими мощными бивнями, так и ногами. Благодаря огромным размерам и весу, слоны могут затоптать практически каждого, так что лучше не подходить близко к таким животным. Есть такие виды оружия, которыми обладают только отдельные классы животных.
Например, электрический ткат может сильно ударить током. Электричество им нужно для двух целей. Первая – защита. При угрозе такой скат бьет противника током, а потом быстро скрывается, зарываясь в ил. Вторая цель – это оглушение добычи. Обычный рацион ската – это небольшие придонные рыбы, но он не брезгует и кальмарами. Оглушая добычу, он пользуется ее беспомощностью, чтобы отправить ее в рот. Вопреки распространенному мнению, скат не ограничивается одним электрическим разрядом, а создает целую серию разрядов с большой частотой следования. Напряжение каждого разряда может достигать 200 вольт. А некоторые животные научились использовать в качестве оружия неприятный запах. Это скунсы. Запах служит скунсу защитой от хищников и к тому же весьма действенный. При опасности скунсы не пытаются скрыться от врагов, а вместо этого поднимают свой пушистый хвост и угрожающе топают лапами. Если это не помогло, тогда скунс поворачивается спиной и выстреливает во врага своей вонючей маслянистой жидкостью. Как результат, многие хищники предпочитают с ним вообще не связываться и держаться от него подальше. Запах струи скунса обладает неимоверной стойкостью, и вывести его совсем практически невозможно. На этом все. Друзья, если вам понравилось это видео про оружие животных, то можете поставить лайк.